כן, שבת שלום. סיים שבת שלום. רוצה גם להמשיך לחלק קצת מחשבות על התקופה המעניינת שאנחנו חיים. Я хочу поделиться некоторыми мыслями по поводу того интересного периода, в котором мы сейчас живем. לאחרונה פחות, לפחות זה אישי, פחות בא לי להתעסק בתיאולוגיה עמוקה. Я не знаю, но на личном уровне мне в последнее время меньше хочется копаться в глубокой теологии. אבל יותר בדברים פרקטיים ורלוונטיים לתקופה, כי התקופה היא מעניינת וצריך להבין אותה. Хочется больше подумать о практических и релевантных вещах для сегодняшнего периода, потому что период достаточно интересный. אני גם תוך כדי אולי מסר לחלק איזו עדות קטנה. И я во время проповеди, может быть, поделюсь небольшим свидетельством. כי אלוהים באמת מלמד המון שיעורים ואנחנו לא תמיד מספיקים לשמוע. Потому что Господь очень много нас учит, и не всегда мы успеваем все это понять. אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה בארץ, בעולם, כביכול זה נראה כאוס. Когда мы посмотрим на сегодняшнее состояние мира, возможно, нам покажется, что все это хаос. אבל מבחינת האלוהים שלנו זה הכל מאוד מאוד מסודר ובא בזמן ועוד מאוד מתוכנן. Но с точки зрения нашего Бога все очень устроено и все очень приходит вовремя. ואנחנו לפעמים שוכחים שאנחנו בצד שלו ולא בצד של החאוס המבלבל. И мы иногда забываем, что мы-то находимся на его стороне, а не на стороне хаоса этого мира. והרבה פעמים אנחנו נסחפים למערבולת הזאת שלוקחת אותנו ואין לנו שליטה על זה, אנחנו מאבדים את השליטה. И часто мы просто заходим в этот поток, который захватывает нас, и мы теряем контроль. И мы не можем уже говорить о том, чтобы развиваться или задавать дополнительные вопросы. У нас нет даже времени для самоанализа. Мы просто не успеваем реагировать на те события, которые происходят, и у нас нет никакого плана на будущее. הכותרת אולי של השיעור הזה זה מה או מי חי בתוכי. И если я могу обозначить этот урок каким-то одним словом, то это кто я и кто живет внутри меня. מה או מי חי בתוכי. Кто или что живет внутри меня. ואם כבר הבנתי את זה, אז מה יש לי לעשות עם זה? Если я понял, то что мне с этим делать? נתחיל לקרוא בשנייה לקורינתים 13:5. Мы сейчас откроем 2 Коринфянам 13 главу, 15 стих. Тут нет 15. 13:5. 13 глава, 5 стих. «Испытывайте самих себя, вере ли вы, самих себя исследуйте. Если вы знаете самих себя, что Иешуа Машиах в вас, разве только вы не то, чем должны быть?» Здесь говорят про самоанализ. Здесь есть такой вопрос вопросов, нахожусь ли я на правильном пути. И я думаю, что этот стих очень актуален для каждого дня при его завершении вечером. Прожил ли я сегодняшний день по его воле и принес ли я его волю в свою жизнь. И есть ли у меня какая-то связь с тем, что живет внутри меня? Цфония 2. Сафония 2. Сафония 2 глава. 1-3. С 1 по 3 стих. Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный, доколе не пришло определение, день пролетит, как мекина, доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней. Взыщите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его, взыщите правду, взыщите смиренно мудрее, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня. ודווקא נתחיל מפסוק 3, למי הפנייה הזאת? И я хочу еще раз обратиться к третьему стиху. Кому обращается здесь?
הוא מדבר על אנשים שנמצאים בחוק אדוני ובענבים כביכול, אלה שנשמעים לאדוני. Он говорит к смиренным, исполняющим законы Господа. אנחנו צריכים להבין שכל הדברים שכתובים בכתובים זה בשבילנו המאמינים, לא מאמינים לא קוראים את זה. Нам нужно понять, что все, что написано в Писаниях, это для нас верующих, потому что неверующие не читают Писание. אם אנחנו ממשיכים לקרוא את הפרק הזה הלאה, אנחנו מבינים שהמצב הנתון באותו זמן המקום הוא נורא ואלוהים מגיע לשפוט. Если мы будем продолжать читать эту главу, мы понимаем, что говорится о ужасном времени, и Бог собирается прийти и судить. ואנשים צריכים, אלה המאמינים, צריכים לעשות ממש אנליטיקה פנימית חזקה ועמוקה. И эти верующие, к которым здесь обращается пророк, должны очень хорошо сделать самоанализ и проверить себя. קודם כל, הבנה עצמית של מה שקורה בתוכי. Во-первых, понять, что происходит внутри меня. אחר כך הבנה מה אלוהים עושה. А второе, понять, что Бог делает. ואיפה התפקיד שלי בכל הדבר הזה. И где моя должность во всем этом происходящем. אנחנו קוראים גם בהתגלות וגם עוד ספרים, כשאלוהים מתחיל לצעוד על האדמה, זה נורא. Когда мы можем прочитать в Откровении, также в других местах Писания, что когда Бог начнет судить эту землю, это будет ужасно. הוא מפלס דרך, הוא הסטנדרט שלו יורד על האדמה הזאת, ומי שלא עומד בסטנדרט הוא פשוט נשמד. Его стандарт опустится на эту землю, и кто не стоит в его стандарте, будет уничтожен. אנחנו יודעים שהאלוהים שלנו הוא אדוני צבאות. Мы знаем, что наш Бог — это Господь воинств. כשמגיע צבא די חזק על השטח, אז הוא משאיר אחריו אדמה חרוכה. Есть, когда сильная армия приходит на какую-то территорию, она после себя оставляет пустыню. וזה בדיוק הצבא שאלוהים מוביל. И это та армия, которую приведет с собой Бог. בגלל זה יש עכשיו כל כך הרבה כאוס ומוות. Поэтому сейчас столько много хаоса и смерти. זה לא שזה בבלגן, ככה זה צריך להיות וככה זה יהיה וימשיך להיות. И не только чтобы сейчас происходит балаган, это план, так должно быть и так это продолжится. אבל כמו שלאלוהים יש הרבה יחידות שמימיות, יש לו גם יחידות ארציות, שזה אנחנו מאמינים. И как у Бога есть очень много воинских подразделений небесных, у него также есть и подразделения земные, это мы верующие. אבל לא תמיד יש לנו זמן להבין את זה בכלל, כי אנחנו עסוקים בלשרוד. Но у нас не всегда есть время понять, потому что мы часто заняты выживанием. אין לנו זמן לא לעצור ולא לחשב את המסלול, מה אנחנו עושים, אנחנו פשוט מגיבים לאירועים. У нас нет времени остановиться и перезадуматься над своим путем. У нас мы очень долго реагируем. דברים מאוד פרקטיים. Это очень практические вещи. פתאום יש הרבה חולי מסביב. Вдруг очень много болезней вокруг. ילדים נכנסים לבידודים כל כמה ימים. Дети через каждые пару дней заходят в беду, в карантин. תמיד יש שיבושים שאנחנו לא יכולים לתכנן, אנחנו לא יכולים לתכנן מה יהיה עוד שבוע. Есть какие-то сложности, которые мы не можем, из-за которых мы не можем запланировать дальше то, что будет на следующей неделе. כל מיני החלטות של הממשלה. Разные решения нашего правительства. שינויים בפרנסה, אתה לא יודע איך תגמור את החודש לפעמים. Постоянные измены в заработной плате, ты не знаешь, как ты закончишь месяц. וזה באמת גורם לבלבול וחוסר הבנה. И все это приносит такое беспорядок и непонимание. ובן אדם שלא יעמוד באמת באלוהים, זה יביא אותו לייאוש ולשריפה עצמית. И человек, который не стоит в Боге, это приведет его к отчаянию и к самоуничтожению. אני חושב שהרבה אנשים מרגישים את אותו דבר כאן. Я думаю, что очень много чувствуют вот то же самое здесь. А зло рак шилуим миткадем, веш ло тохниот. И не то, чтобы Бог продвигается, у него есть, не только Бог продвигается, у него есть планы. А в Лугам Мадайн есть ло цепьет Мейтану, а Ехида Арцит шило. Также есть и ожидания от своего земного подразделения. А за ним нахуй края ле Филиппим штам шлошесре. И если мы прочитаем Филиппийцам 2:13, потому что Бог производит в вас хотение и действия по своему благоволению. Он хочет произвести в нас хотение и действия по своему плану.
אני חושב שכל ההתגלויות האלה וכל הרצון של אלוהים, אנחנו לא צריכים לחכות לו מלמעלה, איזה התגלות, איזה מלאך שיבוא. Я думаю, что нам не нужно сидеть и ждать откровения с небес, что нам придет ангел и откроет что-то прям сверхъестественное. כי השכינה שלנו נמצאת ממש בתוכנו, אנחנו תכף נדבר על זה. Потому что Шехина находится, да, внутри нас, и мы поговорим об этом. אז זה מה שקודם, הוא יוצר, הוא בורא. Он производит, он создает. רצון הפעולה מסוימת מתוכנו, ואז אנחנו מגיבים אותה החוצה. В нас определенное хотение, и потом мы реагируем, и эту реакцию видят окружающие. אנחנו יצורים מאוד מעניינים. Мы очень интересные создания. אנחנו רואים את כל ה-New Age, וכל ההודו, וכל מה שאנחנו רואים, בודה ושמודה, וכל ה... שאיפה לרוחניות הזאת. У нас есть стремление к духовности, и поэтому мы идем вслед New Age, буддизма, индуизма и всякой ерунды. למה אנשים שואפים לזה כל כך? Почему люди так тянутся к этому? כי הרבה יגידו שאנחנו יצורים פיזיים ש... מנסים לחיות חיים רוחניים. Потому что некоторые могут ответить, мы физические существа, которые пытаются жить духовной жизнью. אבל ההפך הוא הנכון. Но на самом деле правильное другое. אנחנו יצורים רוחניים שאנחנו צריכים ללמוד איך לחיות חיים פיזיים. Мы духовные существа, которые должны научиться жить физической жизнью. כל מה שיש בתוכנו זה רוחני 100%. Все, что есть внутри нас, это 100% духовно. אנחנו צריכים לקרוא טוב מאוד בספר בראשית, איך נברא אדם, איזה יכולות הוא קיבל. И нам нужно еще раз внимательно прочитать книгу Бытия, как был создан человек и каковы его способности. מה שיש בתוכנו, המעטפת, הבשר שלנו, זה רק מעטפת. То, что есть внутри нас, оно помещено в плотскую оболочку, это только оболочка. אבל מה שהיא עוטפת, זה עוטפת כמו סוג של קור אטומי קטן בתוכנו שרוצה לפעול. Но это как атомный реактор внутри нас, который хочет вырваться наружу. זה עובדה, אנחנו יכולים לקרוא את זה בכתובים, אנחנו ניגע בזה קצת היום. И это факт, и мы можем прочитать об этом в Писании, и мы также будем об этом говорить. אבל אנחנו מחליטים, אנחנו מתחברים למה שישנו בפנים, לא מתחברים, אנחנו מנסים להבין את מה שישנו בפנים. Мы соединяемся ли мы с тем, что есть у нас внутри или нет, хотим ли мы этого или нет? אנחנו רואים בכל מיני גיבורי אדוני מהתנ"ך, איך הם היו מחוברים לרוח הפנימית הזאת. И мы различных героев Танаха на их примере видим, как они были связаны с этим духом. וזה לא איזה אנשים, אני לא רק מדבר על שלמה המלך. И это разные люди, я не только говорю про Соломона. דוד שהיה רועה צאן. Давид, который был пастырем овец. התלמידים שהיו דייגים. Ученики Иешуа, которые были рыбаками. גדעון שהיה בכלל מבולבל. גדעון, который вообще не знал, что с ним происходит. אז, אבל הם כן החליטו להתחבר לזה, והתוצאה אנחנו יודעים אותה. Но они, да, решили связать себя с внутренним духом, и результат мы знаем, какой был. אז כשאני יושב בערב ככה לראות את הסרט שלי בפיג'אמה. И когда я вечером дома в пижаме включаю себе какой-то фильм. שם איזה גרני, משהו מלוח, מלא מתוק. Я ставлю перед собой какие-нибудь семечки и много сладкого. זה תה או איזה בירה בלי אלכוהול, כן? Какой-нибудь чай или безалкогольное пиво, кока-колу. Сам это кос על הקרס. Я ставлю стакан себе на живот. וואו, זה יצור רוחני. И думаю, וואו, какое я духовное существо. אנחנו צריכים להבין שהמלחמה קודם כל בין בשר לרוח היא יומיומית. Война между плотью и духом, она ежедневная. ואנחנו צריכים לתת את המחשבה על זה במיוחד בתקופה הזאת, כי זה מה שהכתובים דורשים מאיתנו. И особенно нам нужно не забывать думать об этом в эти дни, потому что мы живем в особенное время. כי אחרת אנחנו פשוט לא נשרוד. Потому что по-другому мы не выживем. כי מה שמגיע לפה זה כוח מאוד מאוד רוחני, וזה כבר פועל, ואין לנו מושג, כי אנחנו מתעסקים לשרוד בבשר. Потому что то, что действует здесь, это сильная духовная сила, и мы даже понятия не имеем, как можно плотью выжить в этом. וכן נגיד מילה על קורונה. И я да скажу одно слово про корону. Корона זה דבר מצוין. Корона замечательная вещь. למה? כי זה תכננו את זה. Почему? Потому что все это было спланировано. אני לא מדבר על סינים. Я не говорю про китайцев сейчас. סינים רק כלי שאולי זה יצא מהם.
А китайцы, может быть, оказались невольным инструментом, с которого все это вышло. И факт то, что даже святые, верующие, праведные люди болеют этим вирусом. Из-за того, что мы постоянно бежим и мы ничего не успеваем, корона, а потом получаем корону, и тогда мы останавливаемся и ничего не можем делать. Это как, носат, это как поезд, который едет. כזה מקל שאתה יכול למשוך ופשוט תיתן ברקסים. Есть такой, такой рычаг, на который ты нажимаешь и просто останавливаешь поезд. אומר, אלוהים אומר, אני אעזור לך לעצור. И Бог говорит, я тебе помогу остановиться. כי כנראה אנחנו אנשים בעצמנו לא נעצור. Потому что сами люди по себе не остановятся. כי אחד הדברים של קורונה זה עייפות ולא בא לך לעשות שום דבר כי כואב. Потому что одно из последствий короны, это когда ты очень устал и тебе ничего, у тебя болит и тебе ничего не хочется делать. בתהילים 45:11 כתוב. В Теилим, в Псалмах 45:11 написано. Арпу ведуш ани Элоим. Познайте, что я Бог. Остановитесь и познайте, что я Бог. В иврите это кадув арпу, это арпот, это арпот ахиза. На иврите написано слово, как это переводится? Арпот. Им они ухазбамаш, они марпе. Отпускать. Отпускаю, окей. Если я за что-то держусь, потом отпускаю. וברוסית הם החליטו לכתוב לעצור, זה גם בסדר. А на русском решили написать остановитесь. זה ציווי אלוהי, זה משהו גם שאנחנו צריכים לעשות באופן יומיומי ואנחנו פשוט לא מספיקים. Это Божья заповедь, это то, что нам нужно делать каждый день, но мы просто не успеваем. כי הקצב הוא מעלה, אנחנו לא רגילים, אנחנו לא מכונחים לדברים לקצב הזה. Потому что ритм очень быстрый, и мы не успеваем за этим ритмом. ובגלל שאין לנו זמן לבחינה עצמית, אנחנו עושים יותר ויותר טעויות. Из-за того, что у нас нет времени на самопроверку, мы делаем все больше и больше ошибок. ולכן אלוהים לפעמים נותן לנו אמברקסים. И поэтому иногда Бог дает нам дернуть за этот рычаг. И только вопрос состоит в том, когда у нас есть эти остановки, используем ли мы время как нужно, или мы страдая, спасибо большое, или мы страдая ждем, когда все это закончится. כן, אני גם אגיד מילה על הקורונה שאני קיבלתי לפני חודש וחצי. Я скажу одно слово про корону. Я тоже болел полтора месяца назад где-то. קיבלתי את הדלתא הזאת. Я болел вирусом дельта. אז באמת צריך לחלק את העדות כדי שאלוהים באמת יתפאר דרך זה. И я хочу поделиться свидетельством, чтобы Господь прославился через это. אז כן, קיבלתי אותה בארץ זרה, לא הייתי בארץ, הייתי לבד. И я получил этот вирус, заболел этим вирусом за границей, я был один. ובגלל שאני קצת כבר עברתי כל מיני ניסיונות בחיים שלי, כשהייתי לבד יותר צעיר, אמרתי, הולך להיות מעניין. И из-за того, что я много был один, когда я был помоложе, я думал, ну это, наверное, будет интересно. ואני זוכר שכל הקהילה קיבלה קורונה, היה הרבה מייעצים. И когда я помню, что вот летом вся община заболела короной, очень много друг другу советовали. Все стали просто такими специалистами в коронавирусе. Здесь возьмите такие витамины, здесь очень много пейте горячего, здесь не преувеличивайте с горячим, здесь приложите иконку Святой Девы Марии. Все было очень интересные советы. И я решил, что я не буду никому говорить, что я болен короной. И мне, честно говоря, не было кому в той стране обратиться, потому что я не знал, каковы правила этой страны по отношению к коронавирусу. Но да, я получил все эти прикольные симптомы. Температура, озноб,
болит спина, слабость. אבל לפני זה, מכל אנשים שראיתי או קראתי, יש מאמינים, לא מאמינים, לא משנה מה, יש מושג אחד שתמיד מגיע בתחילת המחלה הזאת. И когда я читал, как проходит эта болезнь, неважно, у верующих или не у верующих, у всех одинаково была одна вещь. מה אנשים מרגישים? הרגשה שהם מקבלים את הקורונה, מישהו מהקרובים שלהם מקבלים. Что чувствуют люди, когда они заболевают или кто-то из родных заболевает? המושג הראשון. Самое первое, что чувствуют? חולשה. Слабость, что еще? Аргаша, аргаша. Какое чувство сопровождает, когда ты заболеваешь короной или твои близкие? Паника. Паника. Пахад. Страх. עכשיו, בגלל שרוב לא משנה מאמינים ולא מאמינים, זה עובדה. Неважно, верующие или неверующие, все заходят в панику. עכשיו, אם זה המושג הראשון שעולה לנו במחשבה או ברגש, если это первое, что приходит нам на ум, или это первое, что мы чувствуем, כל החלטה אחר כך שאנחנו מקבלים, то любые решения, которые мы впоследствии принимаем, триггер שלו יהיה פחד, будут основаны на панике. כי ההרגשות הראשונות האלה זה מה שמלווה אותנו. אנחנו צריכים לטפל בהרגשה הראשונה שלנו. Потому что первое чувство всегда будет вести нас дальше. Нам прежде всего нужно справиться с этим первым чувством страха. אנחנו רוצים להמשיך לנשום. Нам нужно продолжать дышать. לא בא לנו למות. Нам не хочется умирать. או לקבל אחר כך כל מיני תופעות לוואי. Или потом, чтобы у нас были все последствия. ולפי זה אנחנו מתחילים לפעול. И согласно этому мы начинаем действовать. יש חום, מורדים חום. Есть температура, пьем жаропонижающее. כואב הראש, לוקחים כדור. Если болит голова, берем таблетку. לוקחים 4 קילו ויטמין C, כי זה מה שאמרו. И каждый день по 4 килограмма витамин С надо будет брать. Это то, что сказали, помогает. אז בעיקרון פחות או יותר נשקפתי וחיכיתי מה הולך להיות. Я лежал и вот ждал, что же со мной произойдет. А פחד לא הגיע, לא יודע למה. Я не знаю, но мне не было страшно. כי היה לי קצת ניסיון בדברים אחרים. Потому что у меня был опыт в других вещах. אבל יכולתי לקבל את הטסט החיובי גם בבית, ופשוט לעבור את זה בבית, אבל אלוהים החליט שלא. Я мог бы и дома заболеть короной, но вот Бог решил, что я буду болеть за границей. והתחילו להגיע לכל מיני מחשבות. И ко мне начали приходить различные мысли. כי כבר כמה ימים לא דיברתי עם אנשים, אז התחילו להגיע כל מיני מחשבות. Несколько дней я уже не разговаривал с людьми, и стали приходить разные мысли. אז קודם כל הבנתי מוות לא יהיה פה נקודה. Во-первых, я понял, что я не умру, это точно. אז צעיר, וכנראה יש לאלוהים עוד איזה כמה תוכניות. Во-первых, я молодой, сильный, и у Бога для меня еще были какие-то планы. ואז התחילו להגיע למחשבות, תראה מה הגוף שלך עושה. И потом пришли такие мысли, смотри, как ведет себя твое тело. הגוף שלי מתחמם. Мое тело нагревается. הוא כואב. Ему больно. הראש כואב. Голова болит. קיצר, אתם מכירים. Ну, вы знаете, да? כולם נראה לי, הרוב עברו את זה. Я думаю, что многие прошли. עכשיו, די שכבתי וסבלתי, האלה כדורים והכל. У меня были таблетки. אבל כל פעם המחשבות הגיעו, תחשוב על מה שהגוף שלך עושה. Но каждый раз меня посещали такие мысли, подумай о том, что делает твое тело. ואני לא ביולוג גדול. Я небольшой биолог. אבל הבנתי שהגוף שלי נלחם. Но я понял, что мое тело борется. זה כמו איזה לוחם שבא להילחם בווירוס הזה, וכל פעם שאם אני אקח כדור ואני אוריד את החום, זה כמו לתת סטירה ללוחם הזה. И я подумал, что если я буду брать жаропонижающее, это я буду давать пощечину этому борцу, который борется в моем теле. ככל שהחום הגוף שלי גדול יותר, כך הווירוס חלש יותר. Потому что чем больше температура, тем слабее вирус. למה? Почему? כי כך אלוהים ברא. Так Бог сотворил. ואני קיבלתי מין החלטה כזאת, אולי טיפשה קצת. Я принял для себя решение, может быть, не самое умное. אני לא מוריד את החום, גם אם אני מגיע לדברים קיצוניים, עד סכנה של מוות, 40 פלוס. Я не буду снижать температуру, даже если она будет очень высокая, 40 и так далее. אז אמרתי, בוא נראה מה אלוהים ברא לי פה. И я вот так подумала, что Бог для меня тут приготовил. אז כן, הלכתי בזה וסבלתי שם בזה, והיה לי כואב, הבנתי שזה כואב וזה לא נעים, אבל זה לא שזה לא טוב. И я ходил и страдал, и мне было больно. Я понимал, что это больно, но это не совсем плохо. כשהיו לי בעיות נשימה, פתחתי חלון.
И когда мне трудно было дышать, я открывал окно. За минус 11 зазарли. Где-то минус 11 было на улице, и вот это мне так помогло. Потом понял, что нужно купить вот эту штуку, которая кислород в крови проверяет. Но уже в конце концов, уже в конце болезни купил ее. И я услышал один совет, просто наполнить свое тело витаминами. Посмотрел, у меня была коробочка с витамином С. И мне сказали, что нужно это в миллиграммах или в граммах 20 тысяч грамм съесть, и я съел. Но я не заметил, что это был витамин С с цинком. Потом мне было весело. Я потом решил, что и витамины я сам не буду есть, потому что я не знаю, как их правильно есть. И потом мне пришли такие мысли, что все в порядке, даже несмотря на то, что больно, и это беседер, это в порядке. И каждый раз я думал о том, подумай, что с твоим телом, потому что ты не только физический, ты еще и духовный. И приходили ко мне разные мысли, и я бы в жизни не остановился и не подумал бы об этом, если бы в мой жизненный ритм не зашла корона. Потому что мой ритм жизни в последний год достаточно ненормальный. Мне нравится то, как я живу, но у меня нет времени на многие вещи. За последние 8 дней я был в 3 странах. Потому что это то, что нужно сделать. И я рад был остановиться, у меня были разные откровения, я люблю получать откровения от Бога. И Бог сказал мне, я сотворил тело, и у тела есть определенные способности. Сегодня мы не совсем знаем способности нашего тела. Мы работаем, допустим, на какой-то сидячей работе, выходим с офиса, садимся в машину или в автобус, едем. Это не как люди, которые выходили, шли пешком до поля, работали тяжело в поле и знали, какие есть физические способности у своего тела. אז אם אנחנו לא מבינים מה הגוף שלנו מסוגל, איך הוא נברא ובשביל מה, אנחנו אין לנו מושג מה הרוח שלנו מסוגלת. Если мы не знаем, как сотворено наше тело и на что оно способно, мы точно не знаем, на что способен наш дух. אז כמו לכולם, יום החמישי או שישי התחילו לעבור לי הסימפטומים, עדיין לא היה את החום כבר ירד. Как у всех, где-то на 5 или на 6 день у меня начали проходить симптомы, уже спала температура. Я вообще не брал никакие таблетки. Были ли у меня трудности дыхания или не были, я не совсем это понял. Потерял на некоторое время вкус, чувство вкуса и запаха. אבל בגלל שהבנתי שהניסיון הזה, סוג של ניסיון, הגיע לסופו. Но когда я понял, что это своего рода испытание ко мне все-таки пришло, אז החלטתי לחגוג. Я решил, оно прошло, то я решил отпраздновать. הוצאתי איזה עוגה שהייתה לי במקרר, למרות שלא לי שום טעם. И я вытащил тортик, который у меня лежал в холодильнике, и хотя совершенно не почувствовал его вкус. כן, הבנתי בשביל מה חמישה ימים אלה היו, אני הבנתי את ההתגלות שלי. Я понял, почему у меня были прошедшие 5 дней, и какие откровения я получил. ואכלתי את העוגה. Съел я этот тортик. זה היה בטעם של צמר גפן קר. И для меня это показалось как просто холодная вата. אז בכל מקרה, גם אמרתי, בגלל שאני יכול קצת לדבר יותר ולנשום, אז אני אעשה לעצמי ערב הלל. И я сказал, раз уж я способен дышать и способен разговаривать, я сделаю себе вечер поклонения.
И я включил музыку прославления, как караоке на английском. И там была одна песня, которая как будто делала заключение всему этому состоянию. Я понял, что это конец. И я прочитаю несколько строчек, потому что для меня это было очень актуально. Я уверен, что это актуально и для некоторых людей. Give me faith to trust what you say. Дай мне веру доверять тому, что ты говоришь. That you are good and your love is great. Что ты благ и твоя любовь велика. I'm broken inside, I give you my life. Я сломлен внутри, я даю тебе свою жизнь. I may be weak. Я могу быть слабым, but your spirit strong in me. Но твой дух силен во мне. My flesh may fail. Моя плоть может упасть, my God, you never will. Но ты, мой Бог, никогда не упадешь. Состояние такое, что когда приходит страх или паника, мы можем потерять контроль. אז בגלל זה אמרתי, הרגש הראשון שעל פיו אנחנו מגיבים, כך הוא ילווה אותנו עד הסוף. И я поэтому сказал, что то первое чувство, которое мы получаем, будет сопровождать нас до конца. אם הפעלה הראשונית שלנו זה פחד, אנחנו נגיב ונקבל החלטות מתוך פחד. Если наше первое чувство – это страх, то мы будем реагировать страхом и впоследствии. אבל אם אנחנו נגיב מתוך אמונה, но если мы отреагируем верой, אז כל החלטה שלנו הבאה תהיה מתוך אמונה, בשביל לראות דברים שמעניינים וכביכול אתה מתרגש. Тогда все наши последующие действия будут основаны на вере, и когда ты видишь это, тебя это переполняет особенное чувство. זה החלטה שלנו שאנחנו מקבלים, זה לא קל. Это наше решение, которое мы должны принять, и это непросто. ובמצב שלנו תמיד אלוהים נוכח, הוא ממש נוכח יותר מאיתנו. И в нашем состоянии Бог присутствует, он присутствует больше, чем мы. И я почувствовал, что мое тело, да, сломлено, как машина, которая просто ее нужно total loss снять с дороги. אבל הרוח אי אפשר לשבור אותו, היא עדיין נמצאת בפנים, גם אם זה בתוך רכב שבור, משהו חי שם. Но дух невозможно сломить, он присутствует даже если как будто живой человек остался в полностью разбитой машине. ובתוך הרוח הזו זה כל השורש העניין איך אלוהים ברא ותכנן ואוהב ומוביל ויש לו תוכנית, מלא 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 מידע. И в этом духе живом очень много информации, как Бог сотворил, как Он действует, Его планы. והרוח הזאת היא בפנים, היא רוצה לפעול. И этот дух, который внутри, хочет действовать. וכתוב גם, הבשר שלי יכול להיחשל. И написано, что хотя моя плоть может быть ослабленной, אלוהים אף פעם לא נכשל. Но Бог никогда не будет слабым. גם אם התוצאה של בן אדם הכי נוראית זה מוות. Даже если самое ужасное, что может произойти, это смерть. לא משנה אם אני מגיב מתוך פחד או מתוך אמונה, неважно, реагирую ли я страхом или верой, מוות יגיע, אם הוא צריך להגיע. Смерть придет, если так мне написано. וגם למדנו שהגוף שלנו מסוגל לנצח המון המון דברים בעצמו, כי כך הוא תוכנן. И также мы научились, что тело наше может преодолеть очень много, потому что так оно сотворено. Ромим 8. Римлянам 8 глава. פסוק 11. 11 стих. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иешуа, живет в вас, то воскресивший Мессию из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Этот стих, который показывает нам немножко того, что живет внутри нас. Когда мы читали про период воскресения Мессии, если вы помните вот это вот эти пеленки, в которую был завернут тело Иешуа. В принципе, говорят, что ученые нашли эту ткань.
называется Туринская плащаница, просканировали, проверили всеми возможными способами эту ткань. И одно из того, что они сказали, очень странно, что она не растлела. Но она выглядит, как будто просто эта ткань выжила атомную атаку, ядерную атаку. Не важно, та ли эта ткань или нет. קורים מהכתובים על הדבר הזה, על, על הכוח שהקים את ישוע המתחייה, הוא עצום. Но когда мы читаем про, в писаниях про силу, которая воскресила Иешуа из мертвых, это сила невероятная. אם אנחנו באמת מתעמקים בזה, זה אמור להעביר בנו צמרמורת. Если мы действительно углубляемся в это, это просто мурашки по коже бегут. אפילו הכוח שזה פשוט הזיז את האבן מהקבר, זה כבר גדול. Подумайте даже про силу, которая просто камень от могил и от пещеры сдвинула. И тут написано, что эта сила находится внутри нас такая, какая она есть. Не меньше и не больше, такая, какая она есть. Это факт. А что мы делаем с этим фактом, это уже решаем мы. Мы можем принять решение не приближаться к этой силе. Или нам нужно использовать эту силу, когда мы нуждаемся в ней. או שאנחנו יכולים באמת לשים את חיינו בשביל להבין מה זה הדבר הזה בתוכנו ומה זה יכול לעשות. Или мы можем посвятить свою жизнь тому, чтобы понять, что внутри нас, что мы с этим можем делать. כי כל זה לא בשביל עצמנו, אלא בשביל הסביבה שלנו ובאמת בשביל להכין דרך לאדוני. И это не для нас, это для того, чтобы мы, нам приготовить путь к Господу. כשאלוהים מתחיל לעשות סדר וישוע עושה סדר, הוא לא עושה את זה בפוצי מוצי. Когда Бог производит свой порядок, когда Иешуа производил порядок, Он не делал это таким нежным путем. Одно из примеров, как Иешуа наводил порядки в храме. Он перевернул, написано, столы миновщиков денег и выгнал продающих. Потому что он возревновал ревностью того, что это принадлежит ему. И этот мир сотворен им. И Бог сделает то же самое. И он перевернет эту землю для того, чтобы стереть с лица земли всякую скверну. И у нас есть очень важная часть в этом. Ишайя 40, 33-5. Исайя 40, с 3 по 5 стихи. 43-5. Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямым и сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия, ибо уста Господни изрекли это. Почему это такие важные места Писания? Кто это процитировал? Иоанн Креститель, если вы помните. Когда он это процитировал? До того, как пришел Иешуа. А в какой период времени он это процитировал? В очень плохой период для нашего народа. Когда храм был коррумпированным, и нашей страной правили иностранные правители. И это состояние было ужасное. Давайте мы быстренько пройдем по этим местам Писания. И вопрос такой, где мы должны приготовить путь? Скажите мне. Внутри написано.
Глас вопиющего в пустыне. Катув по Бамидбар. Написано в пустыне. Барусит. Кен. Приготовьте путь Господу, примите, сделайте в степи стези Богу нашему. Умедабер альмацав бо аам абенадам немца Бамидбар. Он тут говорится про народ или про человека, который находится в пустыне. Когда состояние плохое. И не только что он думает, что состояние плохое и неудобно и нехорошо. Есть также и требования. Вы не можете просто сидеть и ничего не делать. Это не вариант. Я знаю, что вы находитесь в пустыне, физической или в духовной. Но это именно то время, когда вам нужно приготовить путь. И когда Иоанн цитировал это еще было ничего по сравнению с тем состоянием, в котором был Исаия, когда сказал это. И это то, что происходит с нами сейчас, нам неудобно, нам плохо. Кто хочет понять, что такое пустыня, пусть в декабре поедет в пустыню. В Мицпе-Рамон есть снег. Балайла кор минус. На ночью минусовая температура. Байом ехолот кар. Днем тоже, наверное, холодно. Эн целим шум давар. Нет никакой тени. Кашела сиг маим. Очень сложно достать воду. И еще говорит именно здесь, я хочу, чтобы ты приготовил мне путь. Не нужно подниматься на Рамат-Агулан, где есть зелень, деревья, вода, приятно, именно здесь, где нет ничего. И я хочу, чтобы ты служил мне не только, когда тебе хорошо. Потому что я продвигаюсь, у меня есть планы. Или ты партнер для моих планов, или ты можешь оказаться снаружи. И он также объясняет нам, как это сделать. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. Зе анхайот. И это как нам нужно действовать? Дол, я не знаю, маза дол берусит, а в иврите зе гай. Дол на иврите гай. Маза дол? Дол, долина. А, окей, знахон. Гай, кша нахо мистакрим аль топография. Когда мы смотрим на топографию, долина... Она находится в низменных местах. И хорошая долина обычно наполнена водой. Гай хаяв лёт мале бемаим. Долина обычно должна быть наполнена водой. Кшакшамим йордим, ам йордим легайот ва зормим ала. Потому что когда идут дожди, то они текут по долинам. Тавкидо шель гай у лифазер эт амаим баото маком намух, ве бецем ахаках лияцер гам при. И долина должна распределять воду ниже и потом приносить плод. Цеха льёт шам зрима, зе ло йохол лёт явеш верек. Там должна, постоянно должно быть течение, оно не может быть пустым и безводным. Гам бамидба. И в пустыне тоже. אז בעצם ההגבלה של מים בכתובים זה רוח הקודש. И мы знаем, что ассоциация с водой в Писании – это Дух Святой. אז קודם כל אומר, בשביל להגיב כמו שצריך, בשביל לחיות כמו שצריך, קודם כל אתם צריכים להתמלא. И для того, чтобы написано «хорошо реагировать», вам нужно, во-первых, наполниться. כל גיא צריך להתמלא ולעשות התפקיד שלו כגיא. Каждая долина должна наполниться и исполнить свое предназначение. Всякая гора и холм да понизится. כל התנסות, כל גאווה, הבנה צריך להשפיל את עצמו. И всякая гора, как гордость, должна понизиться. Человек должен быть смиренным.
לא משנה מי אני ומה אני, מה עסקתי בחיים שלי, ובדרך כלל אף אחד לא מסיק איזה משהו מטורף היום. Неважно, кто я, и что я достиг в своей жизни, и на самом деле очень мало людей достигают чего-то прям невероятного сегодня. ודוגמה הכי טובה אנחנו מוצאים בספר התגלות, כשהסקנים מורדים את הקטר שלהם וזורקים את זה לרגלי ישוע. И самый хороший пример, как можно смириться, это когда старцы снимают свои короны и бросают к ногам Иешуа. וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים יותר נמיכות רוח. И это то, что мы, в чем мы все нуждаемся. Мы нуждаемся больше в смиренном и скромном духе. Потому что когда мы думаем о себе больше, чем нужно, то мы не такие эффективные для других людей вокруг нас. אז קודם כל להתמלא, אחר כך להוריד כל התנסות וגאווה, להשפיל את עצמנו. Поэтому сначала наполниться, потом смириться и понизить всю свою гордость. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. כאן דבר מעניין, כי כל אחד מאיתנו יודע בדיוק מה צריך ומה לא צריך לעשות. Здесь интересно, потому что каждый из нас, в принципе, знает, что нужно делать и чего не нужно делать. הוא יודע אחד לאחד. Он знает один на один. וכל אחד מאיתנו לפעמים מעגל פינות, כי אלוהים מלא חסד. И каждый иногда выравнивает свои кривизны, потому что Бог полон благодати. וכל פעם שאנחנו סוטים קצת מהאמת, או קצת נשענים יותר מדי לחסד, אנחנו מתחילים לזגזג. И когда мы немножечко сходим с прямого пути, то мы начинаем блуждать. ואז אלוהים אומר, אתם מכירים את הסטנדרט שלי, תתיישרו לפיו. И Бог говорит, вы знаете мой стандарт, выпрямите свой путь согласно моему стандарту. Я знаю, как написано, я знаю, как нужно. Но я, наверное, все-таки попытаюсь так, потому что я особенный. Бог полон милости, если я ошибусь, Он это исправит. Написано, нам нужно выправить кривые пути. У нас есть предназначение приготовить путь. Приготовить. Расширить, расчистить. Слово «расчистить», «путь», «приготовить» — это очень важное слово. Есть такое подразделение в армии, которое как бы расчищает территорию. Я был один из них. Когда идет, что это, дивизия, не знаю, что... Короче, идет группа солдат, где-то 1000 человек. Они расчищают путь. Они идут первые. Они расчищают мины. И первая встреча с врагом — это они. אז זה בדיוק מה שאלוהים מצפה מאיתנו כאן. הוא אומר, אני כבר מגיע. Это то, что Бог ожидает от нас. Он говорит, я уже на пути. המפגש הראשון עם האויב זה לא יהיה שלי, זה יהיה שלכם. Первая встреча с врагом не будет моя, это будет ваша. אתם צריכים להכין את הקרקע לפלישה שלי. Вам нужно подготовить территорию для того, чтобы я пришел. כי המושגים הצבאיים הם מאוד מאוד מתחברים למה שיש בכתובים. Потому что все армейские понятия очень связаны с тем, что есть в Писании. וכל אחד, כל בן אדם, כל חייל בצבא אדוני צריך קודם כל לדאוג למקצועיות האישית שלו. И каждый солдат в армии Бога должен заботиться о своей собственной профессиональности. אלוהים שם בנו את כל הכלים הדרושים לכך, יש לנו את הכל. Потому что Бог дал нам все необходимые инструменты и оружие. אז אני רוצה לסכם בשני דברים. И я хочу завершить двумя вещами. למרות כל המצב, למרות שלא קל לנו, גם בתור בנם פרטי, משפחה או קהילה. Несмотря на то, что нам непросто, нам сложно как личности и как в семье. בוא נפסיק להתנהל מתוך פחד. Давайте мы не будем действовать исходя из страха. כן, ישנו חוכמה, ישנו אמונה, ישנו אחריות.
У нас есть вера, у нас есть мудрость, у нас есть ответственность. Асуну литнель митох, митох пахад, и нам литнель митох пахад. Нельзя действовать из страха. Нам нужно задавать вопросы и делать правильный самоанализ в этот период времени. И второе, это исследовать то, что живет внутри нас, тот великий дух, который мы не знаем. Возможно, каждый день понемножку. Мы все хотим бы. Мы все не совсем преуспеваем в этом. Но Бог хочет, чтобы мы узнали эту силу, потому что эта сила велика. И также понять нашу физическую оболочку. Давайте помолимся, чтобы Бог дал нам откровение, как мы можем это сделать. Аминь. Аминь.